В Брестскую область продолжают прибывать граждане из Украины. Представители Белорусского Красного Креста совместно с неравнодушными брестчанами делятся с ними теплом своих сердец, оказывают посильную помощь. Небольшое количество прибывших временно разместили в Брестском институте развития образования. Здесь волонтеры помогают им адаптироваться, организовывая различные мероприятия. Помощь в организации питания. Если в субботу, воскресенье, волонтеры работают и завтрак, обед и ужин. Приходят, накрывают столы. Стол накрывают, подают, разогревают. А в будние дни волонтеры приходят и ужин. Несмотря на сложность ситуации, которую приходится переживать этим людям, все равно в их пребывании есть яркие моменты, которые создают представители Белорусского общества Красного Креста. Каждые выходные можно услышать искренний смех и восторг детей, который звучит в стенах Института развития образования. Несколько волонтеров готовы развлекать приунывших ребят. Улыбки на лицах. Кажется, на какое-то время дети совсем забыли, что их будущее до сих пор не определено. Понимаю, что сейчас ребята находятся в условиях, да, где у них нет такого большого общения со сверстниками, да, но все-таки понимаем, что они уехали из дома, да, им не хватает друзей своих, здесь у них нету их любимых игрушек и тому подобное. Единственное, что мы сейчас можем, это действительно скрасить их время, чтобы им было весело, дружно, чтобы они могли подружиться между собой, и поэтому решили вот сразу же, как только узнали, решили устраивать такие маленькие праздники для ребят. Помочь прибывающим могут все желающие. Для этого нужно обратиться в любое из отделений Красного Креста. Ведь сейчас, как никогда, людям нужна одежда, средства личной гигиены, продукты и, конечно же, простая поддержка.